всегда у нас имеется дополнение. Причем идеальное вы видите в таком же точно стиле выполненное. Это жемчужные браслеты, одноименные. Так они и называются, жемчужные облака. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что они оформлены точно так же. У нас имеются шарики, видите, вот эти серебряные вставки. То есть это не просто какой-то металл, это не просто какой-то латунный сплав ювелирный. Нет, это высококачественное, дорогостоящее ювелирное изделие. Украшение, выполненное из натурального камня, жемчуг с натуральным драгоценным металлом. 1199 рублей. Цена распродажи. Даже на наши премьерные лоты мы предлагаем вам стоимость со скидкой. Вы экономите 370 рублей на этом браслете. Не думайте, что в понедельник все наши телезрительницы спят. Отнюдь. Наши постоянные телезрительницы, наоборот, всегда очень бодры и веселы в начале недели. А я хочу обратить ваше внимание на сочетание браслета с кольцом под названием Мэриан. Опять-таки же, это выбор женщин, которые любят жемчуг, которые хотят познакомиться с жемчугом, которые хотят, чтобы в шкатулке появился жемчуг, либо расширить свою жемчужную коллекцию. Но это выбор женщин, которые подходят все-таки нетривиально к своей ювелирной коллекции. Можно обойтись обычным браслетом из жемчуга, и он будет смотреться классически, стильно и всегда уместно. А можно выбрать именно этот браслет, жемчужные облака с серебряными вставками, с этими серебряными сферами, которые делают его уже дороже. От жемчуга не откажется ни одна женщина. Ну вот скажите мне, вы знаете хотя бы какую-то женщину, которая не любит жемчуг? Я вам точно могу рассказать, что вот, например, наша замечательная телеведущая, моя коллега Юлия Колосова, говорит, что очень спокойно относится к ювелирным изделиям, но от жемчуга она не откажется никогда и сама с удовольствием наденет жемчужную нить на шею. Согласитесь, это о многом говорит, это свидетельствует об абсолютной универсальности жемчуга. Так что успейте забрать из эфира эти замечательные жемчуга. Я вам могу сказать, что на свой, ну, один из главных дней, конечно же, в жизни, на свадьбу я тоже выбрала именно жемчуг. У меня даже не было никаких сомнений, чем украсить себя. Обратите внимание еще раз на стоимость этого браслета. 1199 рублей. Вы можете себе позволить, так позволяйте, носить сразу же несколько браслетов. Приобретайте 2-3 браслета. Собирайте заказ на сумму 4900 рублей, получайте от нас бесплатную доставку. Так сейчас и поступают многие наши телезрительницы. Мне подсказывают из колл-центра, что вы заказываете по несколько жемчужных колье, по несколько браслетов. Обратите внимание, что этот браслет не только прекрасен, изумителен, фантазиен благодаря этим серебряным вставкам, он и очень практичен. Если для вас, так же, как и для меня, важна безопасность ювелирного изделия, выбирайте браслеты, колье, жемчужные облака. Классический замок, карабин, изящный, аккуратный. Посмотрите, какое крепление. Нет, я не устану обращать ваше внимание на такие детали. Я хочу, чтобы вы умели выбирать ювелирные изделия, чтобы вы грамотно подходили к тому, как собираете свою ювелирную коллекцию. Это говорит о качестве украшения.